Всем привет, с вами Женечка, и я продолжаю играть в Чужого Изоляция. Так. Цель — пойти через главную дверь. Ха. Отлично. А где эта самая главная дверь? О, нифига себе, какая-то... Странная кровь. Чё, вода течет. Так, ну тут, по-моему, ничего нету. И где эта чёртова главная дверь? Тут не пройти. Ух, нифига себе. Интересно, мне сюда? Или нет? Сейчас это выясним. Так, все еще не встретил Чужого. И очень, на самом деле, хочу его встретить. Посмотреть, как он в этой части выглядит. Вот тут кровь, нифига себе. Какая-то она слишком темная. Так это, походу, инструмент, который... Ой, он... Ой, он... Я думал, он живой. Тот инструмент, который нужен. Уотсон! Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу. Вот, да, вот эти хрени, чтобы убирать. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. К нам на станцию пробралась какая-то хрень. Давайте быстрее, солдаты, я вас прослушаю и пойду, потому что вдруг там Чужой он услышит этих солдат. Текстурки. Странно, как это тут все скрывать. В этой игре есть ноги, мне это нравится. Она уже лучше, чем Call of Duty. Нифига себе. Нам золотой мяч. Разве не сюда? Может, там какая-нибудь хрень полезная есть? Надеюсь, этой штуки не ограниченное количество вскрываний. Хотя, конечно, это бред, ну ладно. Ух, хрен его знает на самом деле. О, шприц. Ой, задолбался я слушать на самом деле. Я все равно еле слышу. За звуки были. Нет, это не я сделал эти звуки. Ну где же симпатяшка Чужой? Вроде бы это главная дверь, а? Да, так и есть. Вот и ролик нам показывают. Руки вверх! Да ты чё, чувак, тут Чужой есть? Зачем друг друга убивать? Когда надо Чужого мочить. Я Рипли. И откуда ты? Рипли! С корабля. А что? Кораблей тут нет! Что? Теперь есть. Ну, ха, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка.
Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Чужой. Тебе такого и не снилось. Да и ладно, я его убийца. Видел. Чем не снилось? Ясно! Ясно! Какой-то он слишком психованный, наверное. Как? При нем котят топили. Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Что-то они слишком потные все. Сегодня твой счастливый день. Ой, господи, да и без тебя бы я справился. Ты такой ублюдок лысый. Тех на башне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной чего? Через грузовой терминал. Нихера его не слышу, ладно. Грузово можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Давай, Аксель, я ведь не надеюсь тут долго торчать. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Блин, да ну нахрен. Держи. Рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо, мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо. Том и Джерри, найти. Вот это шутка. Можете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Где они тут нахрен делись? Ну, простите. И удачи вам. Почему не могу к ним пойти? Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Надеюсь, про корабль ты не собрал. Если появится чужой, надеюсь, он тебя замочит, а не меня. Сейчас лифт открою. То ты его становишь подачей энергии. Дай-ка я. Тут надо уменьшить. Лаской. Нифига себе. У нас бы в России такие лифты бы сделали, что? Чтобы посидеть можно не было, а не... Тут нельзя, но... Мне такой лифт нравится. Ну, конечно, подниматься не так много этажей, но все равно бы пригодилось. Блин, ты не мог нажать, лысый ублюдок, чертов. Давай-ка потише. Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа моя, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу. Какой же ты урод, а? На самом деле, вот тут главная героиня гораздо симпатичнее Сигурни Уивер. У нас тут убийца. Ну, мне так. Какой еще убийца? Кажется. Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что. Хотя вроде бы это же дочь. Маньяк? Нет. Кое-кто похуже. Монстр. Да-да-да, я тоже так думаю. Господи. Дерьмо. Сенсор. Уже сколько этих сенсоров взял, я не знаю, какой от них толк. Черт, валим! Со мной! Пригнись! Надо выход искать, а мы тут фигней страдаем. Ты опух? Нет никакого, блин, выхода. Тут есть люди-враги. Блин, дерьмо, мать твою, тогда. Оно тихое. А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Ну где чужой? Почему эти уроды враги? Ну ладно. Тогда да, как-то будет нестыковочка, один чужой. И... Что в нем такого? Игра получилась дико короткая. Лучше не показываться. Иди за мной. Давай быстрее, лысый пень. Аксель, Витси.
Блин, я уже забыл, как зовут главную героиню, ну ладно. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанейских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки им не для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Выживать. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх человеком делает. Да уж поняла. Говорил же, нахрен сюда вообще садиться. Ты здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Шприц, все? Это все? Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. О. Тут местами темень. Ладно, сохранюсь-ка я. Так что возьми фонарик. Уже довольно-таки и батареек взять не... долго я тут бегаю с этим Акселем Вицелем. Так, пошли, Аксель. Так, нам разве не туда? Так. Ну, о чем задумалась? Фонарь бери. Где этот фонарь? А, вот. Нифига себе, вот этот фонарь. Но он с башки будет светиться. Только не включай, где попало. А то нас заметят. Пошли. Нифига себе. Ну это круто. Я думаю, тут будет хватать темных помещений. Какой-то кантри там херачит. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Ну вот она, господи. Давай, да? Осмотрись. Эта шахта единственный выход. Найди ее. Ладно, я постараюсь. Значит, это не эта шахта. Блин, чувак, ты ее отметил. Странно как-то. Надеюсь, тут нам не встретится чужой. А, это открывается, господи. Может быть это? Блин, фига себе батарейки быстро тратятся. Это очень, очень плохо. Аксель, мать твою. Что-то как-то не по себе. Жетон какой-то. Да мне с начала игры тут не по себе. О, батарейки для фонаря, отлично. А у тебя чё, фонаря нету, Аксель, ты чё? Отдал его даме. Странно, какой-то пивас. А, вот она, господи. Ну. А вот ты где? Долго ты как-то шел, отлил, что ли, там? Я знал, что она где-то здесь. Видишь? Я же говорил. Давай, чини ее. Надеюсь, ты сможешь ее починить. А, он нифига себе, просто долбанул по ней. Лучше тут не задерживаться. Да вообще в вентиляции лучше никогда не задерживаться. Особенно, когда тут ходит чужой. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Детка. Какая у тебя попка. Как кирпич.
Как говоришь, корабль-то называется? Не скажу. Тихо. Да, принято. Там кто-то есть. Точно. Мне почему-то кажется, что он меня сдаст. У меня такое... Есть такое предчувствие. У них там вечная проблема. Пошли. Лучше его не знать. Может, он спросил, как корабль называется. Это странно. Иди за мной. Тогда я буду улыбаться и даже смеяться, когда чужой его будет есть. Надеюсь, что он будет его есть. Так, сохранится. Конечно, а то мне потом фонарь опять искать 350 раз. И фонарь не включай. Что они там делают? Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Так было надо, и это ты предложил, не я. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Чё? Скочишь потихоньку. Класс. Кто последние запасы проверял? Ну я, а что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял, ты чё несёшь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то... Каким образом отвлечь их внимание? Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Чёрт, ну а замок-то, который Джосс мастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие наготове. Кто сообщит об этом боссу? Боссу? Да он обычный продавец. И что? Ты на его место ху... Что случилось? Генератор сдох. Что, сам взял и сдох? Там кто-то есть. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Все за мной. Я не знаю, куда прятаться. Думаешь, мы тут в безопасности? Не похоже. Кто тут? А ну вылазь, не тронем. Там внутри... Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. Но вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сработал? Или крыса залезла и нажала на аварийное отключение? Крыса? Нихреновая должна быть крыса. Ну, не знаю я. Нет, это кто-то шутки шутит. Тот же шутник, что нас обокрал. Что-то как-то стрёмно. Ничего, у нас пушки. Ну что, давайте-ка найдем эту чертову кнопку. Молодец, Рипли. Сюда. Потише, они еще рядом. За мной. Спастись. Ну давай спасемся, Аксель. О, хлам. Это было проще, чем я думал. Я думал, что там их по одному убивать придется. Так, надо сохраниться, а то там еще раз это делать. Почему он спрашивает, блин? Конечно, сохраняй. Я бы не нажал сохраниться, если бы не хотел. Ну, Аксель. Нам сюда, наверное. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Я тоже надеюсь. Что не такого ты ждала от Севастополя? Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. Чё ты в терминале? Очко. Ладно, пошли, Акси. Лысый барабан. Ну давай ты вперед. Ты, мать твою, пропусти даму тогда. Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Гениально. Лучше бы он пошел. Почему я должен идти?
Готово? На счет три. Раз, два, три. Сзади. Что? Что, блин? Что? Попался! Все сюда! Поймали ворюгу! Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Уберите руки! Ни хрена себе. Ну ты придурок, мать твою! Зачем ты стрелял? Я был... Черт. Пошли! Сейчас остальные явятся! Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Бежим! Стреляйте! Он, походу, мертвый! Они его убили! Да кошмар вообще, давай, Аксель! А, все, ролик сейчас начнется, да. Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Чертов псих! Ты понимаешь? Нет, чужой. Там кто-то есть. Аксель? Это что за херня? Я уже догадываюсь. Чужой. Ух, мать твою. Ну почему же его не показали, только какой-то коготь сраный? Господи, что это за тварь? Это чужой. Он симпатяшка. Надо уходить. Ясно, что надо уходить. Где эта чертова транзитная линия? Что тут на китайском написано? Ну, мать твою. Это лифт? О боже. Каким образом восстановить? Меня уже потихоньку вот дерьмо. Достает это, что надо восстановить подачу энергии, восстановить подачу энергии. Господи. Где тут еще чужой, что-то там орёт. Я же нажал. Тут даже сохраниться нельзя. А, во! Чё? А, здорово, здорово, чужой! Чё-то он какой-то не страшный, но я обосрался. О, личинку отложил. И она еще 300 раз просит, что это за тварь? Неужто она не смотрела фильм с своей мамой? Ладно, это была неудачная шутка, но ладно. Найти лифт в центр связи дерьмо. Тут никакого хлама нет, только журналы. Журналы, какие-то хрени. Мне нужно сохраниться. Мне срочно нужно сохраниться. Какой щит? Нет, не надо. Пожалуйста. О, вот. Фу. Да, фу, слава богу. Я, пожалуй, на этом завершу, потому что в этот раз все страшнее и страшнее на самом деле. Ну, я хоть увидел одним глазком симпатяшку чужого. Всем пока, с вами был Женечка, это был Чужой Изоляция.